На 59-й минуте матча на поле вышел Александр Глеб, которого невероятно тепло встретили болельщики «Арсенала», за которые Глеб успешно выступал с 2005 по 2008 годы. А уже после матча Александра Глеба долго не отпускали британские журналисты в микс-зоне. Хорошо встречали, очень понравилось, было очень приятно, даже незабываемо, я бы сказал. Очень благодарен им за такую поддержку, не забыли, помнят. Начало, скажем так, немножко нервное было, потому что «Арсенал» сразу начал прессинговать сильно. И, конечно, было тяжеловато, но пропустили такой, ну, нелепый гол. Ну, не повезло немножко, но в итоге могли тоже забивать. Вот, но не использовали, как, ну, не сказал бы, что не использовали, просто соперник как бы спас ситуацию там практически на линии. Но в любом случае, конечно, мы понимали, против кого мы играем. Тем более на таком газоне, при такой поддержке фанатов. И в любом случае, я считаю, что все равно достойно.